Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, 23-й день, и у нас 1000 янтаря. Тусклого, естественно, забираем. Прекрасно. Так, образ, беззубик, звезда лета. Прикольно смотрится, да? Ну ты посмотри, 1000, почти 2000, ребят, рублей. Ну это обдирал вопрос напросто. Так, беззубик. Спасибо, флаг есть, так, яйцо и... Еще, даже два флага. Вот это я понимаю, вот это хорошо вывести. Это у нас кто будет костолом редкий? Блин, тут еще целый день ждать придется, да? Пока выведется вот это яйцо на нового нашего дракона. Так, и я предлагаю что сделать? Так, один час это... Ага, на поиск цветочка. То есть так все это долго. Здесь заберем с тобой награду. Невероятная, да? Наконец-то нам дали еще одного тунца. Мы отправляем опять его на поиски. Так, друзья мои, что у нас там по вечнокрылу? Сколько нам еще? Ну смотри, 14 вот таких вот флагов, ребята, и все будет тип-топ. Пускай летит дальше на поиски, короче, наш беззубик. Здесь мы с тобой забираем рыбу. Ну и, естественно, сразу же отправляем их опять на поиски. И надо прокачивать уровень. 73-й. Сколько там нужно? 16 миллионов, ребята, чтобы один раз только кормить его. Так, ты лети за древесиной. Так, ты лети за рыбой. Кто у нас еще-то там такой рыбный? По-моему, где у нас громобой-то? А, громобой только уровень получил. 75-й, прикольно, друзья мои. Что-то я не помню, мы обучить. Ну-ка, ага. Не можем мы пока его обучить. Так, тут тоже 2 миллиона рыбы. Ну, 2 миллиона рыбы мало, но все-таки, ребят, пускай идет, ищет. Тут вообще 72. Почему ты так мало собираешь? Я не пойму вот этого. Вообще какие-то крохи на самом деле. Угу. Сколько у нас вообще в совокупности? 14 миллионов, да? А тут нужно 16. Это только один раз, чтобы... Ну-ка, события-то есть хоть какие-нибудь? Нету, ребята, пока ничего нету. И вот этого я не получу. А хотелось бы получить вот эти вот подарки. Но это только для драконьих наездников, как ты понимаешь. А здесь, опять же, у нас все с тобой за руны. Естественно, я отказываюсь. Так, ну что, давай откроем, наверное, пак с тобой. Бесплатный. 6 монет Одина. И дальше у нас с тобой выпадает древоруб, костолом, водорез. Ну и куча-куча всяких ресурсов. Также мы с тобой откроем пак, который идет за рекламу. Монеты Одина в копилочку. И смотрим, что здесь. Громель, шторморез, громобой. И опять ресурсы. Окей. Так, давай посмотрим, что у нас тут. Открываем. Ужасное чудовище, костолом, шторморез, водорез. Активируем. Все, пускай открывается. Так, а мы с тобой, наверное, наших дракончиков пожурим. Так, 84 янтаря тусклого. Давайте бесплатно летите по своим делам. Здесь у нас что? Угу. И что же нам достанется? Ну-ка, давай крутанем. Колесо приключений. И выпадает нам яйцо. Так, ну что, сразу, наверное, отпускаем, да? Это у нас кто? Это у нас кошмарный пристиголов. Отпускаем его. Так, давай-ка, лети в... Подожди, подожди, нифига себе, ребята, раскраска. Так, повышает шанс на лучшие награды в приключениях. Серия испытаний атака плюс 7. Серия испытаний здоровья плюс 100. Скрытый мир Кривоклык. 10 тысяч рун. Ну, смотрится обалденно на самом деле. Скин такой, да? Ну-ка, барсик, что ты нам? Угу. Давай тогда уж руны, если на то пошло. Дашь? Даст, даст нам рун. Сколько? 12 штук, отлично. Так, барсик, давай тогда мы тебя отправим в Драконий край.
Ага, сарделечка, что ты, пак? Хотелось бы, конечно, чтобы выпал пак. Но это, ребята, вряд ли. Хотя... Да, выпал пак. Приключения, набор. И что же тут? Шестеренка, шестеренка, 30 рун. Опа. Ночная жуть. А у меня ночная жуть вообще. Ага, есть. Есть, ребята. Сколько он стоит, если его отпустить? 12 миллионов рыбы. Слушай, ну это круто. Давай. 12 миллионов рыбы нам пригодится. Где у меня ветрокрыл? Всего лишь один раз я смог его покормить. Нам еще 5 миллионов нужно рыбы, чтобы хотя бы еще разочку покормить. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас. Вроде бы все, да? Пока все, что мы могли, сейчас мы уже с тобой сделали. В событиях у нас нету никаких, ничего. Так, давай, наверное, мы с тобой заберем и новый. Даже два. На обмен. Так, прекрасно. Янтарь забираем. И вымпелы тоже с тобой забираем. Давай, давай, давай. Не стесняйся. Ну и вроде бы как все. Ну что, поехали на арену. Будем потихонечку, потихонечку. Так, подожди. Подожди, я хотел, знаешь, что сделать? На арене поменять. Кого я хотел взять-то? А, штормореза я хотел взять. Так я не могу понять, где он. Я уже забыл, на самом деле, когда вообще последний раз мне выпадал беззубик. Вот он. Снарядить вместо барсика. Вот так вот, поехали. Но если мы с тобой опять начнем фейлиться, я, естественно, ребят, заменю. Но мне почему-то кажется, что чем сильнее я беру себе драконов, тем сильнее мне дают противников. Надеюсь, что это не так. Так, ну куда ты вот лезешь? На-ка тебе. Ничего себе, он бомбит. Круто. А, фиолетовые просто по синим наносят обалденный урон. Вот почему так получилось. Этот еще лезет. Так, сейчас будет, наверное, что-то. Ребята, у них очень много энергии, поэтому, скорее всего, кто-то сейчас будет делать разбег. Вопрос в том, кто. И мне кажется, что это явно не красный. Скорее всего, вот этот вот. Защитничек, страж. Ну да. Куда же без него-то? И в кого? Да, по ветрокрылу. Да ну! Вы, может быть, прекратите, а? Так, а этот еще... Блин. Эй-эй-эй-эй. Ладно, попробуем его быстренько размозжить. Ага. Пока, ветрокрыл. Будем по тебе скучать. Трындец, я тебе скажу. Причем полный трындец. Опа, отлично. Так, что-то ты запарил, а? Все, он не жилец. Он не жилец, он, конечно, сейчас кого-то поджарит. А, вот так вот. Но ему тоже крышка. Слушай, ну прикольно, прикольненько. И победушка. Так, а здесь у нас кто? Ой, елки-палки. Офигеть, не взяли здесь. Шепот смерти, да, тройной удар и кревет. Лучше не придумаешь компашку тут. Так. Оу. Блин, этот красный еще сейчас начнет лупить. Естественно, да, сюда. Правильно, а у него пониженная броня. И вот что хочешь ты с этим, то и делай. Еще и тройной удар тут выпендривается. Опа. Нам либо так сделать с тобой, либо... Подожди. Как тут лучше-то... Давай так, наверное, все-таки сделаем. Добиваем. Окей. Так, сейчас, по-моему, добьют нам все-таки. Да, это было неизбежно. Ой, тройной удар, только не надо. Повезло. Но если это можно назвать везением, то повезло, ребят. Твою дивизию. Я так и думал.
Так, ребят, ну что, будем, наверное, брать... Сейчас влупит суперударом. Ну, конечно, конечно же, суперударом. Дождался, да? Сразу жим-жим. Видишь, я не могу ничего сделать против него. У меня заблокирована способность. Ну, сейчас я дождусь, я его возьму в слепоту, ребят. Все, парень. Теперь давай поиграем по моим правилам. Конечно. Так, а мне не хватит, наверное, его добить. Хватит. Фух, повезло. Ага, здесь два 16-х уровня. Блин, тут громылище. Блин, вот громыль меня, наверное, больше все-таки здесь напрягает. Своими фаерболами сейчас начнет. Всегда, да? Слушай, они... Может, хватит уже? Так, хорошо, что он промахнулся. Сделаем так. Ну ладно, давай укусим. Вот так вот сделаем. Так, этот готовится разбег делать. Да-да-да-да. Кривоклыку досталось. И вот они сейчас втроем нападут все на кривоклык, да? Ну, естественно, этот вообще подхалим постоянно. Не знаю там, кого у себя. Ага, мы можем сделать вот так. Блин, опять разбег. Теперь он наш тормореза, да? Переключились, почувствовали опасность. Давай, наверное, все-таки вот так вот сделаем с тобой. Сейчас они вдвоем сходят. Тут разыграет партию. По кому? Понятно. А ты? Тоже, наверное, да, сюда будет? Ух, елки ты палки, ребята. Ну все, тут уже, тут бесполезно. Ветрокрыл, он один не справится здесь. Не. Против зеленых один. Тем более они 16 уровня, а мы 11. Тут уж никак не получится. Тем более опять разбег будет. Нет, не стал где-то разбег, да? А этот сейчас с фаерболом. Ладно, давай хотя бы попробуем с тобой громельку завалить. Так, громельку завалили. А что вот с этим теперь делать? Я даже и не знаю. Ну, он будет сейчас на следующий... Вот сейчас, ребята, он будет бежать. Бежать и меня таранить. Естественно. Ну и добьет сейчас. Вот и все. Жаль. Вот как-то так. Ну, а вот и пак вождя. Давай глянем. Древоруб, шторморез, престиголов, ужасное чудовище. И костолом дикарь. Ага, и опять же кривоклык. И опять же кривоклык. Слушай, давай-ка... А, ладно, пускай остается такая же команда. 14-15 уровень. Ага, вот так вот, значит. Давай начнем вот с этого, на Хламона. Сейчас они вдвоем сходят. Понижает, сразу же понижает мне защиту. И начинают, ребята, расколбашивать. А, нет. Я уже подумал, что они сейчас будут у меня ветрокрыло бомбашить. Они же обычно так делают. А мы можем сейчас с тобой, знаешь, что сделать? Отхил. Вот так вот. Замечательно просто. То, что вот, конечно, тут у нас с тобой... И атака пониженная, и защита, это не есть гуд. Этот у нас еще к тому же зеленый, а это говорит только о том, что он будет делать свои супер-пупер удары. Естественно, с разбега. Ага. Гипноз, друзья мои. Мы попали под гипноз. Так. Что ты сделаешь? Ай-яй-яй. Ну а ты... Все не то, все не то, что нужно. Тихо, 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 тихо. А я успею, ребята. Я успею сейчас сделать, знаешь что, отхил. Причем массовый. Опа, вот так вот. И это очень круто, кстати. Ага. Тоже, значит, решил, да, хиляться. Ну что, добиваем, наверное, да? Или как? Да, наверное, вот так вот сделаем. Плюс массовая атака. Кривоклык опять присосался. Ты посмотри, а.
Неугомонный. И... ага, хотел сказать, и добивка. Но не тут-то было. Все. Ну что, неплохое начало, да? А тут у нас с тобой, смотри-ка, прихвостень плюс кревет. Попробуем, наверное, так сделать с тобой. Попробуем так, потому что кревет мне все-таки кажется. Ага, промахнулся. Блин, ну это тоже, если начнет сейчас массовые атаки делать, нам не поздоровится. Что хочет, то и делай. И сейчас, по-моему, он вжарит. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Он вжарил все-таки. А, он делает гипноз. Вот, молодец, шторморез. Хоть что-то правильно сделал. Хотя бы отхилил команду. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Так, я надеюсь, ветрокрыл, ты добьешь кревета? Ну? Куда ты лезешь-то, а? Так, секунду. Добиваем здесь. Добиваем здесь. Дальше, наверное, вот сюда. Укусик. Так, а потом будем замораживать. Нет, ребята, заморозка уже не получится. Но получится... стоп. Стоп, подожди. Блин, как сделать-то тут лучше? Наверное, все-таки вот так. И... во. Вот так будет вообще оптимально. Давай, добивай прихвостня. А мы будем уже добивать тебя. Да, с пониженной броней, ребята, он вообще такой ватный, а. На тебе. Ну что, последний поединочек у нас на сегодня, я так понимаю. Ну, если, конечно, мы с тобой сможем победить двух драконов. Только после этого мы с тобой заберем пак. Но тут какая-то команда противная. Как я их за это ненавижу, а? Кто бы знал. А смысла нет, мне кажется, от этого. Давай, наверное, все-таки вот так сделаем. Что, будешь бомбить? Ну, конечно, будет бомбить. И они сейчас все, ребята, уничтожат мне ветрокрыло. Надо было все-таки хиляться. Ну, фиг с ним. Трешует. Так, минусуем. А здесь-то как нам сделать? Мы, наверное, вот так вот. Это раз. О-о-о, сейчас будет поджарка, ребята. Сейчас будет поджарка до хрустящей корочки. И, по-моему, кривоклык у нас погибнет. И этот еще, а? Ну что ты сделаешь? Ты, конечно, хорошо сделал, но... давай посмотрим, сможем ли мы здесь против них выстоять. Хотя бы вот этого нам еще подбить, и все, ребята. Подбить. И тогда мы с тобой получим пак вождя. Но он сейчас будет жарить. А, нет, смотри-ка, не стал. Сарделька, не надо добивать. Да, сфейлился. Так, друзья мои, я решил взять стального капкана. Это, конечно, не лучший вариант, тем более он тоже 11 уровня. Против таких вот бизонов, как ты видишь, 16-15 уровень. Это очень плохо. Так, тут нам повезло. Сделаем укусик. Так, сейчас будем с тобой, наверное, супер удар делать. Погнали. А ускоряет он только себя. Если бы он, конечно, ускорял бы всю команду, было бы вообще круто. Так, этот замедленный у нас. Окей. Так, что ты сейчас будешь? Что он будет делать? Суперудар, да? Ха, уклонение, ребят. А, вообще шикарно. Добиваем. И сюда. Так, понизили мы с тобой атаку ему. А он хиляется. А мы еще разок. На. И добивка. Вот так вот. Быстро и безболезненно. Ну вот он и пак вождя. Давай открывать. Крылатый ужас. Плестиголов. Костолом. Древоруб. Злобный змеевик. И погибель Хоферсона. Как-то так. Что мы тут с тобой заберем? Так, 10 рун. Окей, блин, ну когда же событие-то будет, а? Наверное, после того, как пройдет вот этот ивент. Да ну, 7 дней, что ли, без событий?
Так, а ты что сидишь? Давай, иди, добывай. Пригорюнил он мне здесь. Так, подожди-ка, у нас есть... Да, у нас есть очень много места, поэтому давай будем хотя бы кого-нибудь прокачивать. Покормить. На, поешь, лети. Так, ты тоже лети, обучайся. Тоже полетел. Так, вот этого, наверное, тоже отправим. Ну и тебя. Вроде бы как все, да? Мест больше. Раз, два, три, четыре, пять. Да, мест больше нету. Вот этого, по-моему, можно, ребята... Подожди. Подожди, подожди. Тут же можно, по-моему... Я думал, бесплатно можно. Нет. Бесплатно нельзя. Так, вымпелы забираем, да? Получить 48 миллионов еды. Это рыбы, да? А тут еще древесина. Но это только на событиях, если... А когда они будут? Без понятия. Ну, вроде бы как и все, да, друзья? Ну что, будем закругляться и обязательно увидимся уже в следующей серии и продолжим играть. Так что всем удачи и до скорого.